О любви немало песен сложено. Под таким названием прошла встреча любителей и ценителей поэзии, литературно-художественных объединений «Парус», «Авангард» и творческого объединения композиторов «Орфей». Инициатива празднования Дня семьи поддержана всеми религиозными организациями России. Ведь в каждой семье есть свои примеры верности и любви. Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома, Владимирской области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, которые стали образцами супружеской верности еще при жизни. По легенде, они умерли в один день, а их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли чудом. Супруги были канонизированы. Соединение трех коллективов «Паруса», «Авангарда» и «Орфея» тоже можно считать творческой семьей. Совсем недавно отметили юбилейные дни рождения поэт Владимир Бухаров и композитор Валентина Хианиди. Темой любого автора неизменно является любовь, всеобъемлющая, настоящая. И анапские литераторы с удовольствием представили свои произведения на эту волнующую, трепетную тему. Я тебя помню, как под царскую бойню, а твоя любовь, как удар в бровь, а потом поцелуй подорожника. О любви немало песен сложено, и тем не менее авторы вновь и вновь создают свои неповторимые произведения. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анапа регион.